СССР провела 28 сентября 1958 года в Москве на центральном стадионе имени Ленина. Соперник – команда Венгрии. Судит матч Франц Гриль, Австрия. А вот и футболисты. Футболисты Венгрии в белых футболках и команда Советского Союза. И вот матч начался. Ворота советской команды справа от нас, венгров слева. Обе команды начали игру с разведки. Нужно определить тактику противника, найти слабые места в защите. Прорыв Ильина, арест ворота. Иванов пробил немного выше. А какая была возможность открыть счет? Советская команда продолжает атаковать. Мяч у Ильина. Гол! Счет открыт. Это произошло на 4-й минуте матча. Первый гол в истории чемпионатов Европы забил нападающий советской сборной московский спартаковец Анатолий Ильин. И снова игра переходит к штрафной площадке венгерской команды. Слава Метрелли сильным ударом забивает второй гол. Ну вот, Валентин Иванов подводит защитника, вратаря, и спокойно вкатывает мяч в ворота сборной команды Венгрии. 3-0 в пользу советской команды.